Па-п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 а. Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей. Сегодня мы с вами посмотрим на Just Cause 3. Он, собственно, вышел только совсем прям недавно. Мне дали ключик, и вот, собственно, он. Мы сделаем, давай глянем. А если, например, мне очень сильно понравится, ну или вы очень сильно, прям так сильно, сильнейше так попросите, то, возможно, мы сделаем по нему прохождение. Я думал, что в нем есть кооператив. Хотел, короче, там с этим там человечком с одним записать. Думаю, поржем, угораем. В популярном средиземноморском курорте продолжается празднование недели Диравелло. А здесь нету. Фестиваль проводится в честь действующего главы государства. Мультиплеера. Себастьяно Диравелло. Здорово, генерал Себастьяно Диравелло. Я надеюсь, здесь не будет палевной музыки, которую придется удалять. Правильно! Рико Родригес, мать его! Диктатор, двигающий что-то там. А вот зачем ты мне, скажи, пожалуйста, ну серьезно. Настоящее безумие! А действительно, ты не тот ли чувак-то из Far Cry 4? Не с него ли прообраз-то Спирит, например? Потому что уж очень что-то... Взрыв предотвращен. Мне уже что-то эта игра очень сильно напоминает Far Cry, если честно. Тут в начале... Диравелло свойственны множественные, хотя и не подтвержденные нарушения прав человека. Ну, что-то прям серьезно, смотри. Некоторые из диссидентов предположительно были осуждены на принудительные работы, добычу в аварии. Другие же попросту исчезли. Ну, прям реально, что-то очень сильно похоже. Никому не должна служить. Ну, это да, здорово, Роза. Ты в этом, в программе по Первому каналу людей сводишь. Так вот, что у меня тут? Что-то лишнее, пожалуйста, короче. Пожалуйста, сынок. Пожалуйста. Да, не, спасибо, чё, спасибо, отец, спасибо. Тут вначале было написано про освобождение провинции, будьте героем, то же самое с захватом фортов и прочее, короче. В честь вот этого мужика, походу, дело праздник идет. В игрушке, насколько мне известно, дохерища разрушений, дохерища беспредела, дохерища абсолютно бляха-муха всего. Я думаю, это будет весело, но вот эта заставка просто сжирает сейчас наши с вами драгоценные минуты. И давай глянем, ну прям беда. Ну а посмотреть, не посмотреть ее нельзя, потому что мало ли мы проходить ее начнем. Как это так начали проходить без заставки? Мы переходим к прямой трансляции пресс-конференции самого генерала Диравелло. Ну, удиви нас, Диравелло. Это, походу, дело итальянец. Диравелло, Ди Матео, Ди Баджо, Цоло, Джанфранко. Это футболисты, по-моему. Матерацци был такой футболист, который получил, сука, в грудину прямо от лысого француза. Ну, когда-то он был еще волосат, а когда уже получал, он был совершенно лыс. Марко. Марко звали, Марко Матерацци. Я помню. Она очень долго грузится, вот я еще вам хочу сказать. Очень долго она грузится. Она вначале, пряха-муха, очень долго грузилась. Когда он там сидел, пил, короче, свой вискарь. Потом уже у меня мышка начала работать, все начал работать. Короче, ни менюшки, ни хера. Ну что за бред? Ты веришь этому парню, Рико? Будем в зоне высадки. Через 4 минуты. Я пришел к тебе с приветом, Рико. Рассказать, что солнце... Ну да. Рассказать, что солнце встало. Хорошая песня. Пора повеселиться. Давай, наливай. Поговорим. Будущий день. Ну и не всякие хорошие штуки. А, почем я знаю? Может, ничего хорошего и нету? А чё ж мы тогда летим веселиться-то? Для повстанцев? Или для Диравелла? Что именно, то или это? Мне бывает сложно уследить. Вижу, с Панау ничего не изменилось. Но тут уже ничего не поделаешь. Видишь ли, Диравелло сидит на целой куче Бавария. И получается, что он самый лучший друг агентства. Это был мой дом, Шелдон. Тогда с возвращением домой. Не забудь 45-й калибр. Так что... Ты встречаешься со своим другом, да? Да, с Марио. Я 100 лет его знаю. Славно, славно. До зоны высадки 2 километра. Должно получиться. А теперь... Что? Что ты задумал, сынок? Кое-что... хитрое. Это, по-моему, голос русской озвучки Поехали. Совершенно не подходит его лицу. Я не знаю почему, но просто прям... Я представляю себе совершенно другой голос. Раньше она тебе была не нужна. Но Just Cause 3.
слетел нахер. Чё делать-то? Управление-то будут меня учить, нет? О, хорош. По кому стрелять-то? Объясни-ка мне. А, окей. Ракеты ПВО! Уничтожь батарею! Да я, по-моему, попал, нет? На-ка. О, хорош! Хе-хе-хе, веселуха. А можно упасть? Да, и даже упасть нельзя. Где правдоподобность? В кого стрелять-то? Где-то оттуда кто-то шмаляет. Ну-ка! Я, сука, всех запалю. Затащить... А, защитите самолет. Я думал, затащите. Где это ПВО-то еще? А, вижу, вижу, вижу. На-ка. Да все, стрельнул, ну. О, делов-то. Какой-то ПВО, не ПВОшный. Что за херня? ПВО должно сносить только так, по-моему. А это какая-то гниль, а не ПВО, серьезно. Кто? Окей. Смотри-ка, с первого выстрела взял и кинул. Я думал, тут на правую кнопку прицел есть. А его нет нихера. Как я должен так целить? Ой, у меня бесконечные патроны, что я туплю-то? На, на, на. Вроде кого-то взорвал. На-ка, самолет! Бляха. На-ка! Ах, попал же, ну! Едрить твою мать, это кто сейчас? А, это заставка, окей. Парашют нажми там. Рико! Только не погибни! А! Да раньше-то нельзя было. Парашют он мне показал под конец. Я сейчас в скалу по головой улетел. Приземляйся уже, ну. Вон туда лети. А есть еще какие-нибудь крылья там или что-нибудь типа того? Нет нихера? Плохо. Я думал, он будет летать, как белка-летяга там. Все, падай. Красава. Это да, я вроде как. Си, это я. Марио! О, амико! Мне нужна твоя помощь! Покой, хер! Поднимайся сюда и помоги мне! И поскорее! Как скажешь, а ты где? Ухити твою, ты далеко. Ой, нихера себе! Спайдермен! 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 А я треть твою мать, Спайдермен! Милиция! Милиция? Какая милиция? Что милиция не ожидала встретить Рико Родригеса, чтоб... Это да, я шмальнул неплохо, просто только пролетел и сразу подарки вам, фейерверк, вся херня. Рико, давно не виделись, сколько же прошло лет, но ты очень вовремя, милиция Деравелло меня бы прикончила. И кто стрельнул? Я, он. Неплохо, Марио. Ты кое-чему научился, пока меня не было. Да, и ты не потерял сноровку, а? Но ты по-прежнему лезешь на рожон. А надо сидеть в укрытии! Жахнуло, бабахнуло. Безумие! Я видел, как летит твой самолет. Мяу! А потом ты такой зуба! Зуба! Просто невероятно! Да я... Я рад, что ты вернулся. Я рад тебя видеть, Марио. Повстанцы в беде. Надо идти. Как резко Марио. Сменилась тональность разговора. Я поведу. Сначала позитив, потом повстанцы в беде. Какая актерская игра. Сопля, размазать по лицу. Поехали! Чё, как? Сесть транспорт, окей. Марио, да бляха-муха. Марио, ответь, где ты? Нас зажали! Мы идем. Поднажми, Рико. Я не знаю, где закись азота. Так ты теперь мятежник. А, ты же знаешь, как бывает. Одно за другое, потом бац! И сопли. Да, Марик простудился. Марик прикупал дробовика, сражается с Деравелло. Нихера себе. Ручной тормоз, огонь вообще. Как-то плохо он срабатывает. Ну реально прям... Не останавливайся, Рико. Да ладно, чё. Ну-ка свалили отсюда! Уровень розыска, я чё, в GTA играю или в чё? Хотя это беспредел, наверное, не уступит ни в коем случае. Да и милиция, милицию давно переименовали. Мне пришлось начать борьбу. Ты увидишь, Рико. Медичи сильно изменился. А мне-то можно из машины стрелять, нет? Да хорош мне только бампер новый поставил, суки, мать вашу. Кто мне мотачку будет ремонтировать? Уйди отсюда. Марио, иди-то, стреляй! Стреляй! Неужели? 3 дня в лобоуху ему целился.
Это прям профессиональные гонки, смотри, тут физика какая, огонь вообще. Пацаны, здорово. Вот бы на этот танк сесть. Как вылазить-то? А, окей. Надо завести. А бегать-то как? Это ты в меня стреляешь или нет? Извини. А, я жив еще, ну окей. Извините, пацаны. Не уследил. Как залезть в пушку-то? Слышь, что? А, окей. Кого стрелять? А тут я понимаю, веселуха. На! На! Где там? Кому еще? На! На! Пацаны, сейчас заправку взорву. Подожди, повеселее будет. О, уйди. Ну вы чё, какие тухленькие, да ребят? Нихуя, тут все взрывается, огонь вообще. А кто еще живой-то есть, нет? О, пацаны, здорово. А музыка-то какая играет, испанская, прям, да посмотри, а. Ни кабалеру, ни кабалеру. Они нашли дорогу. Она окружена на ферме. Кто? Гайма? Ситуация безнадежна. Ферма для нас потеряна. Долго не продержимся. Запрашиваю подкрепление. Ща подкрепимся. Ща, нормально. Надо ее защитить. Встретимся там. Нет проблем, Марио. В смысле встретимся там? А что там, самолет-то одноместный, что ли, у тебя этот вертолет, который? Что это за херня? Почему меня с собой не взяли? Хотел покататься на вертолете, пострелять по уткам. Взял и улетел в одну харю. Прикинь, чмош никакой, еще дружбан он себя называет. Можешь да... взять вертолет, фратре. А-а-а. Извиняйте. Я на Марио что-то... Так, shift подъем, control спуск, окей. Полетели. Ах! Доброе утро, граждане Медичи. Здорово! Я, как вы поняли, теперь представляю новостную сеть Диравелла. А ты кто? Единственный легальный источник новостей. Подошла к концу еще одна блистательная неделя Диравелла. Ага. Имели место мелкие антиправительственные выходки. Но сейчас войска уже подавляют последние очаги терроризма. Окей. Вива Медичи. Твою мать. Хе-хе, а кто? А, вон, окей. Эх, а где мой ГО гранатомет-то? Ну-ка, на-ка. Кому ты полетел-то, дурень, на? Да пошел ты нахер, слышь. Блин, как непонятно, мне кто-то... Окей. Тут еще и автоприцеливание есть. Ну вообще огонь. Бегать-то как? Меня кто-нибудь научит, нет? Буньк. Буньк. Залазь наверх-то, ну. О, эй-эй-эй. Спокойно, мужичок. Поехали. Оцените оружие R. С собой взять? Не, не понесу пока. О, хороший. Сандер приехать не успели, прикинь. Прощайте, пацаны. Ну вы чё? Кого стрелять-то? У него перегрев есть какой-то, нет? По-моему, нет нихера. Ну еще веселее, ну! Без перегрева с пулемета-то пострелять, огонь вообще! Хорош! Эй-эй-эй, товарищ, ну-ка спускаемся! Спускаемся здесь, это, с нелетная зона здесь нельзя! Здесь, так сказать, частная территория, все полеты нахер строго ограничены. Со всеми полетами сначала через службу какую-нибудь там заявку оставлять, потом только лететь. Чё, а, я думал, чё сено не взрывается, потом вспомнил, сено же оно без бензина. Ха-ха-ха, получилось! Как тебе, а? Слегковато больно. Получилось, а ты помогал. Само собой, Марио, я не лезу. Команда, Фриго и другие. Хоть кино про закадычных друзей снимай. Ух ты, а я классно выгляжу. Да, ну, с такой вот ты туда. Дайма. Дайма Алиумар Альмасри. Сам себе в голову настали, слышь. Ладьевидная цела? А, эта модель крюка устарела. Это настоящая древность. Ну дай новую, чё. Пора улучшить. Заходи ко мне, когда будет реально. Или осуществимо. Дайма, я тоже рад тебе. Селфи парень там сзади ходит. Да меня-то сфоткай маленечко, я как бы тоже там участвовал во всей этой херне. Да вот ходит сам себя в одну харю, фоткает, прикинь.
Я тоже так могу, только у меня пулемета нет. А, миссия выполнена с возвращением. Спасибо. Загляни ко мне за улучшением. Да я бегу. Ну а как ускоряться-то? Мне кто-нибудь расскажет, нет? Удерживайте R. Да какой нахер мне надо улучшиться? Так, ну-ка. А чё это вообще, патрончики, да? Всякая там хероборинка. Ладно, я извиняюсь, конечно, но прям вот секундочку. Бегать-то как? Так, прыжок, перезарядка, подорвать, бросить, раскрыть машину пешком. Точное прицеливание, мышь 3. Ух ты ж, мать твою. Взаимодействие, выбрать предыдущие, двигаться вперед, двигаться влево, назад, идти. Катырыл? Ну, окей, катырыл назад. Да, походу дело бегать здесь нельзя, что ли? Типа только крюком? Походу дело, ладно. Да спрыгни ты, ну. Ох ты ж! Нихера ты вытворяешь. Дашь мне автобус. Уу! Хорош! Ну-ка, спрыгивай давай. Их ты даже не разбивается. Так, я не понял, а где там мое улучшение-то? Ха, хорошо. А, вот, время для улучшения этой миссии. Отпустись. Да твою же ж. Ну, поехали. Хватит зависать! Используйте Е, пока никто притягивает вертолет, чтобы угнать его без лишней, мать его, задержки. Пижик, и все, это все задержал. Восстание в Медичи — опасная затея. Пойдем со мной. Я покажу тебе кое-что, не связанное с клонами. Идем. Как собаку позвал. Улучшенная модель. Мы можем приступить к испытаниям. У тебя остался твой парашют? Си. Отлично. Я довольна, что нам удалось снизить число аварийных отказов. Конечно, мы были осторожны и думали о безопасности. Да кто б сомневался, ага. Дайма. Помнишь Гватемалу? Я не гожусь для работы в поле, и тебе пришлось меня спасать. После Гватемалы мне поручили изучать Баварий. Любопытно, что Баварий встречается только в Медичи. Он обладает магнитными свойствами. А в очищенном виде может стать мощной взрывчаткой. Или почти бесконечным источником энергии. Баварий — это новый элемент, что ли? Баварий. Мы это исправим. Как ихний. Я знаю, что могу рассчитывать на Марио Дайма. А на тебя? И на нее. Чёрти, по ней видно. Я сделала много ошибок, Рико. Чтобы исправить их, надо действовать, Дайма. Да, но я... Впрочем, никаких отговорок. Я помогу. Встретимся на посту Гвардия Альфа. Поможешь мне испытать кое-какое оборудование. Так ты, это новый крюк-то или старый, или какой-то? Она повесила мне новый, нет? Ну да, тут, по-моему, был с этими, с какими-то шипами там или чем-то. Хорошая миссия. А главное, длинная. Просто прям обосраться, какая длинная миссия. Надо посмотреть заставку. Запусти крюк, а когда будешь сматывать, открой парашют. Так это я уже научился. Хорошо. Теперь попробуй еще раз. Исключим везение новичка. Ну хорошо, ладно. Где прицел-то у меня? Че, недалеко, далеко, что ли? Так это я умею, что ты? Встретимся на посту Гвардия Альфа. Ну окейушки, ладно. Да это Бэтмен какой-то, мать его, с Far Cry смешанный. Может быть, это изначально было бы первее, я не знаю. Ну да ладно. Сюда. Сюда. Что такое? Вот так. Взрыв предотвращен. Какой взрыв? Ты о чем, мать? Ты в порядке? Да, идем. Тебя чуть не взорвало, а ты в порядке. Если с инструкцией что-то не так, я должна буду это исправить. Ты же не боишься летать? Да нет, наверное. Нет, конечно нет. Агент, боящийся высоты. О, это нонсенс. Салют, салюты. Салют. Салюты, да, здорово. Что ты со мной сделала? А, торжество технологий. Твой крюк усовершенствован. Вероятность случайного отделения конечности стала меньше. Теперь... Ты можешь цеплять сразу два объекта и притягивать крюк. Твой друг Марио предложил назвать устройство крюкохват 03, но не думаю, что юридический отдел согласится. Это шутки, ну, или у вас действительно все так серьезно? Может, с поста Гвардии Альфа? Может, выломать ворота? Да, так путь на аванпост будет открыт. Я обратила внимание, что повстанцы плохо лазают через заборы. Наверное, мало каши едят. Наверное. Действительно, это мало. Я знаю, ребята, что было непросто. Но это все меняет.
С этой штукой можно будет разнести весь аванпост. Причем без единого выстрела. Да, ты такой самоуверенный, давай. Будем разносить. А, удерживайте мышь, привязать. Окей. А, окей. И отпустить, чтобы отсоединить туда. А, удерживайте shift, уберите трос. Вот о, ну чё, окей. Ага, и чё? Ну давай. И в кого? Чё это за говно? Ну прикольно, наверное, да? А-а-а. Я понял эту структуру. Я все понял, короче говоря. Надо держать мышку. Мышку надо держать. Ну-ка, на-ка. Нет, 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 нет. Ну-ка, отцепись. Во! Хорош. Чё еще взорвать-то? Главное, попадать с первого раза. Да твою ж мать. Держать его надо. Ай, все что ли? Какая застава? Тут всего лишь были какие-то сраные бензонасосные вышки. Какая это заставка? Дировелла теряет контроль. Так Марио, по-моему, за него только что сражался. Или я что-то путаю? Ну окей, контрольная точка. Также мне нужна помощь. Передаю новые координаты. Давай, передавай. Греночки как бросать? Секундочку, настройки. Управление на ПК, машина, кратер, водный вертолет, самолет, интерфейс. Отпустить трос из Space Heroes. Або! Ф! Отлично, гранату бросать на Ф. Это самое главное. Опа. Ну и чё? Куда, мать? 125 метров туда. Ух ты, как далеко забралась-то. Ну я к тебе, ладно. Опачки. Он вообще, смотрю, у него веса нет. Он как бумажка, как листочек падает какой-то, и все. Я тут, а. Мне пока нравится. Что не знаю, как вам, а мне пока нравится. Это не фаервол, а решето какое-то. Кто им сеть останавливал? Бабуины? Ладно, проехали. Можно. Ой, ладно тут чейсвет свой поднимать. Атака. Войска на подходе. Это ответный удар за вчерашний вечер. А что вчера вечером было? Повстанцам грозит опасность. Вражеская пехота сомнет их. Какая трагедия. И как удачно. То есть неудачно. Нет ничего удачного в трагедии. Это возможность испытать новое изобретение. Что это такое? И предотвратить катастрофу. Подними руки. Вот так. Что ты делаешь, женщина? Готово. Теперь у тебя есть вингсьют. Белка летяга. Можешь летать. Как? Начинать лучше рядом с обрывом. Че, угораешь, что ли? А вдруг не отцепится сейчас все там дырки вон кругом. Надеюсь, сработает. Иначе нам конец, Рико. То есть реально один человек и все, да? Мы должны сделать все как следует. Иначе обосраться. Один человек, прикинь, защищает все, всю провинцию, весь ихний Баварий. Куда там? А, на Е, окей. Дайма! Дайма, я погиб! Дайма, что за говно? Что за потрачено? Ну окей. Крутить быстрее, подарить модификатор снижения, чтобы притягиваться еще быстрее при использовании парашюта или винг-сьюта. Контролируйте скорость втягивания крюка кошки при помощи shift. Мать его. А что я сделал неправильно-то? Ну окей, опа. Опа. Как им управлять-то? А, во. А винг-сьют-то хорош. Хорош. Я не спорю, вообще хорош. Ты умрешь, нет? Тири-тири. Тири-тири-тири. Окейушки. Возможно, не сообщила. Я дала тебе GE-64, опытный образец, с Бавариевой взрывчаткой. Тогда начнем с моста. А, заложить ее надо. Окей, на-ка. Ну и чё? Не, ну правильно, мост подрывать надо в двух местах. Тут я, ну да, не этим маленько. Тут я полностью согласен. Точки наблюдения. Чё-то, по-моему, мы не дойдем до сюда, там прыгать надо. А чё, еще где-то надо поставить, что ли? Движется быстро. Пожалуйста, поторопись. Это что такое? Я все заложил, нет? Ну, походу, делал все. О, хорош. Ну, стрельни, дотянись ты, мать твою, ну. Молодца. Вот так уже лучше. Вот, хорош.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ну! Да твою ж мать, тянись ты, ну! Скалолаз херов. Готов к прибытию конвоя. Ага. Чё, стрелять в него надо, нет? Там сейчас мозг жарётся, да? Окей. Ну я жду. Музон вообще чёткий. Вояки Дировелла даже не поймут, что случилось. На-ка! А, всё, отлично. Я думал, проехали. Или... Подожди, я засекла вертолёты на подходе. Рядом две установки ракет «Земля-воздух». Отметь где? Их расположение. Рекомендую перепрограммировать. Кого? Куда? Где расположение-то? А, вижу. Как-то я пока не привык. Спрыгивать. Воу-воу-воу, слышь! Алло! Товарищи, ребятушки, вы чё вообще попутали, нет? Бляха, тут даже на мышке автонаведение есть, обосраться. На джойстике, наверное, вообще огонь играть, но неудобно. Установка под нашим управлением. Теперь к следующей точке. Скорее. А где она? А где она? Она внизу. Окей-ушки! Молодца! Как кусок говна, ты же живой еще! Всплывай! Лети! Взлетай! Красава! Кто тут? Где тут? Тихо! Нет. Ага. Лети! Ему в голову можно дать. Теперь взорвись. Рико, вертолеты уже здесь. ЗРК не успеют сработать. Успеют, не ори. У меня еще вон 15 секунд написано. Во, красота! Кажется, случилось. Я завел себе новых друзей. Все, пацанчики, такие дела. Спасибо, Дайма. Невезуха вам сегодня. И спасибо, что побыл морской свинкой. Поговорим позже. Как смешно. Ответь, Рико. Да-да-да. Это да. Я, Марио. Серьезно? Марио, Рико. Помнишь, где бабуля моя живет? Да я тебя-то не помню, какая подавать. Бабуля. Заходи обязательно. Прием. Окей, лад, Марио. Комлинг, Марио. Что? Да у всех они есть. Рико, ты должен сказать прием. Прием? Прием. У всех? Прием. Достает его, паскуда. Да, тебе эти комлинки. Бабушка уже на кухне. Да само собой, я уже... Давай чую уже отсюда! Прям чую, как бабкиными пирогами-то попёрло. Так, чего, где, когда? Буньк! В кусты. Надо под... О, тут апельсин на деревьях растут, нихера себе. Рико, еда чего такое? Да еду я! Еду я, не ори! Перестань. Зачем ты бьешься головой об землю? Объясни мне, пожалуйста, Рико. Ух, нихера у тебя ламборджини или что это такое? Рико, это ты? Да, бабуля. Как ты похудел? И скажи Марио, чтобы он убрал хлам с газона. Так ты меня не кормишь, мать твою, за ногу. Конечно, бабуля. Что-то упал у меня, слышал? А что упал, бабуле... не скажу. Не нравится машина. Она ей никогда не нравилась. Ты ее не доделал. Я ждал тебя. И я тебя, между прочим, не виню. За что? За то, что ты пропал. А-а-а. Марио, у меня не было выбора. Знаешь, я об этом как-то не думал, Рико. Но есть разница между тем, на что ты смотришь и что ты видишь. Посмотри на Медичи. Жемчужина под ярким солнцем. Но когда ты видишь... Медичи, ты понимаешь, что все прогнило. Когда это ты заделался философом? Эх, да не в этом дело. Я помогаю повстанцам. Ничего масштабного, у нас и армии-то толком нет. Ты же видел атаки во время недели Дировелла. Повстанцы бежали, прятались.
позорище. Да что ты хочешь, они обычные жители, в конце концов. Гранматры, дай нам еще минутку. И мы придем, пожалуйста. Марио, уважение. Она глуховата. Солнце-то в зените, какие нахер ужины? У меня есть план. Обед максимум, все. Диравелла удерживает города и поселения. Но без своих баз он лишится силы. Мы должны найти соратников, собрать войска. Я освобожу Манею. Смелое заявление, Рико. Да нет, не слишком. Мы должны показать людям, что способны отбить их города и поселки. И еще я собираюсь разрушить Вис Электро. Это безумие. Пришло время вырубить свет. Сколько времени Диравелла строил электростанцию? 3 месяца? 4? Я за день превращу ее в дымящиеся развалины. Хера у тебя яйца там не жмут, тебе в карманах-то нет? Мы тебя поддержим. А все, что ты разрушишь, мы перестроим. Бон, муебон. Уебон сейчас, кому-нибудь точно сходим, уебон, такое сейчас сделаем. Идем. Сейчас как поедем на регистрацию, как уебнем ее в одиночку. Да вот будет веселуха. Нет, только ну не говорите мне, что я пришел к бабуле и не посмотрю, что она там наготовила. Вот лень был разработчиком нарисовать пироги, прикинь. Как так можно вообще? Миссия выполнена, мать его. Байя, написано за мной, вам не видно. Муйбуе! Привет, Рико. Здорово. С возвращением в Медичи. Спасибо. Это Олеся с радио Дель Революсьон. С радио? Олеся с радио. Сообщил мне, что ты хочешь освободить Манею и уничтожить станцию Вис Электро. Ну, допустим. Честно говоря, не терпится посмотреть на тебя в деле. Ты лучше держи посмотри, как я могу. Ты будешь ближе к месту. А к кому? Откройте комлинк. А, выберите следующую миссию. Как ее выбрать? Манея. Бая. А, выберите следующую миссию. Как выбрать ее? Здесь вы можете прочесть о выбранной миссии в наградах, назначенных, что ее выполнение продолжить. Здесь вы узнаете... А, Марио оставляет для Рика загадочное сообщение, утверждая, что у него для друга детства есть спецпредложение. Марио хочет обсудить транспорт, нет, вообще... освободите поселение Манея. Манея. Ну давай, окей, попробуем. Готово, нет? Что тут надо-то? Установить рекламный щит, полицейский участок, сцена, все, взорвать нахер. Ну окей, я готов, отлично, теперь закройте комлинк. И куда? Мать твою за ногу. Прыгай. Молодца. Да прыгай ты уже. Ать, наверх. Я надеюсь, он долетит, нет? Просто если он не долетит, он упадет в воду, а в воде-то как бы холодно. В воде-то как бы не очень. А ты можешь вверх-то подлетать, нет? Тебя вообще это травматит дело? По-моему, он вообще не опускается. А, нет, сука, есть чутка. Ты, главное, не падай у меня, слышишь, что? В воду не надо вообще. Нам надо Манею освободить, Макс. Приветствую в Манее. Здорово. Это моя родина. Так что мне особенно больно видеть, во что Диравелла превратил город. Окей. О, так раз гонщик набирается, огонь вообще. Парашютик, потом рефсирсрочный. Как там это говно называется. И мы летим отлично, прям смотри. Винг-сьют, во. Эх! А, этот голос! Заставь его замолчать. Ну окей. Здорово, пацаны! Это я, да. Должны ожидать неумолимого удара мечом правосудия. Так, поехали. Поехали. Атакована цель. Какое подкрепление-то? Я же убил этого чувачка-то, ну. Кого тут где взрывать-то? Ну-ка наверх. Да прыгни ты наверх-то, алло. Это кому? Ко мне солдат направлен или не ко мне? Тут в кого-то стреляет. Так, там тебя, наверное, надо держать. Принято. Не вижу ни хера. Уничтожь статуи, Рико. Статуи? Дай мне желтенький крестик, я посмотрю, кого там надо уничтожать. Опа! Всем постам. Рассредоточиться и начать поиск. Ищите, ищите. А какие статуи? Так какой-нибудь, знаете, как они выглядят, нет? Нанести ущерб 0-2, вызов повстанцев. Не-не-не, рановато пока. Так, вижу одного. Нах, собака, сдохни давай. Это было просто.
Это было вообще ни о чем. Я не вижу, какие статуи где есть. Да не ори ты, повстанец, что ты? О! Есть один, здорово! Сдохни нахер. Какие, блядь, статуи? А, вот оно. Как тебя взорвать-то? Тебя как-то взорвать нет? Так прям, да? О! Начинаем поисковую операцию. Окей, ищите, ищите. Ищите. Так, где вторая статуя? Я сейчас оставлю ее. Ну, без этого самого, вы поняли. Шутка прям за 300 нормальная такая. Где статуя, сказал? Я сейчас, сука, ее найду все равно. Цель, молодец. Так, тебя, что ли, падлу взорвать надо? Ну-ка. Буньк. Да не этим же, ну. А чё, нету, что ли? Ну или так, чё нет-то? Заканчиваем поиски. Ну, нормально. А ничего, что я вас взорвал динамик там? Вам насрать, да? Они, так получается, чем-то выделены, да, все эти хернюшки? Так, ну-ка. Да ты дурак, что ли, нет? Ебанутый, куда ты? Ты же неправильно все сделал. Надо сначала вот сделать вот так вот, смотри, опа. А потом вот так вот, опа. И вот так вот, херак! Да дурак ты, нет! Ладно, давай вон те. Опа. Опа. А, это не бочки. Дурак, что ли, нет? Ну-ка, залезь так уж быстрее. Так, ладно, поехали к ним. Поехали, у них что-нибудь повзрываем. Так, генератор, хератор. А есть бочки-то у вас тут ненужные? Че, реально бочек нет? Вы издеваетесь, нет? У них нет взрывчатых веществ. Ты представляешь, да? А что еще надо им взорвать? Блин, я хотел так бочкой вообще поорудовать прям нормально. Как же вас, сучки, взорвать-то, ну? Опа. Это не полиция. Это громилы Деравелла. Буйные и тупые. А, ясно. Ясно, понятно. Окей, я оружие нашел. Твою мать, тихо. Пацаны, завязывай. Я и сейчас гренами начну кидаться, слышь? Опа, хэдшотик нахер. Ну-ка, на-ка. Буньк! Красиво все летит, бабахает, бубухает, алло. Я сейчас вам туда прям грену кину, слышь? Да вы что-то какие-то тряпошные, алло, ребят. Что за херня-то? Ну-ка, залезь наверх-то. Во. Так, ну там где-то внизу было оружие. Здорово, пацаны. Пока, пацаны. Не переживайте, главное. Так, вижу. Сейчас она взорвется, да? Допустим. Допустим, сейчас она взорвется. Так, где оружие-то? Привет. Эй-ха! А! А что ты не взорвался, друган? У тебя не было шансов. Вообще ни одного. Так, бочечка. Как-то надо бочку туда подвинуть, да? Да они идут и идут, идут и идут. Ты представляешь, идут и идут. Это что? Полетишь, нет? А, не, окей. Что-то не взрывается нихера. Да пацаны, хорош, ну! Мне бочка нужна. Я поехал. Залазь наверх. О. Так, где оружие-то я видел только что? Оружие, оружие, оружие. Где ж ты, оружие? А, молодца. Каждый раз как первый. Так, ладно, я уничтожил... А, вот он. Привет. Так, плюс один. О, не-не-не, я не хочу изменений. Ты взял боеприпасы, да? Красава. Пацанва, привет. Так, что вам еще уничтожить, ребят? Цистерну я вам уничтожил. Что вам еще надо? Открыть типа воротики? Это я вообще всегда за здрасте. Сейчас повстанцы зайдут, все будет хорошо. На-ка. О! А надо было те-то тоже открыть. А чё ж я не открыл? Ну-ка вперед. Ну-ка вон туда, вон, а. Стоять! Отправляю вертолеты поддержки. Нет! Наверх. Опачки, и тут вызываю повстанцев. Отыщите его. Ну-ну-ну-ну.
О, вызов повстанцев есть. Так, ты же не мой. Ты тоже не мой. Где-то еще есть громкоговоритель один, ладно. Пойдем найдем его. Где-то в городе стоит громкоговоритель, и еще в городе есть какая-то херня. Не дайте ему сбежать. Да как скажете, пацаны. Ответьте немедленно. Ага, вижу, он какой-то плакат, по-моему, да? Ну-ка, беги. Так, плакаты тоже надо уничтожить. Да как скажете, ну. Во! Так, еще один громкоговоритель, какая-то база у них с батареей. Где громкоговоритель? Он должен как бы верещать, наверное, на весь город-то, нет? Я должен его слышать. Я что-то его не... Тихо! Вижу. Вижу тебя, друган. И осталось... А, еще два... А, вот он. Батарея осталась или что это такое? Как это выглядит вообще? Где мне это найти? Да что вы там ахаете да охаете-то? Нормально, все, ребят, я вас спасаю. Что вы разахались? Может, у них там... У вас тут нет? Или внутри? А внутри-то и забежать нельзя. Как выглядит батарея? Надо как-то внимательнее посмотреть сверху и понять, что это она. Я ее не вижу. Но они меня потеряли, это самое главное. Батарея. Это не та ли вон красная там вдалеке? Окей, прилечу. Пацаны, подскажите, что такое батарея, пожалуйста. Да ладно, срать-то вам. Наверное, вон там. Вон она там красная была, короче говоря. И, скорее всего, это она и есть. Это же нет. А, ну да, вот она. Окей. Да мне, бляха, вот сюда надо. Во. А! Она внизу, что ли, где-то? Нет, она где-то там. Смотри-ка, повстанцы все захватили. Она реально где-то в подвале? Как мне к вам пробраться? Это вот, что ли? Вот так. Я подниму флаг. Какой флаг? Где? Так, куда туда, да? Ну, качки, поехали. Какое спасение конвоя? Мне флаг надо поднять. Так, как поднять-то? А, это где-то там. Ну, беги давай. Вместо статуи снизу, что ли? Да вниз спустись. О, хорош. Нахер это говно? Нормальный бычий флаг. Ну! Отправлюсь я, дай мне это получить, вот этот спринт по холмам. Окей, окей, окей. У меня для тебя есть предложение, Мико. Конец связи. Конец связи и конец, так сказать, видео. Такая вот Just Cause 2, не знаю. В принципе, она веселая поначалу, как бы как ни крути. Свободно, друзья мои. Милицию Диравелла выбили за пределы города. Давайте пойдем вон туда, вон, короче, к тусе встанем. О, так сказать, и закончим на этом на сегодня. Бабёха играет на руке, точнее на воздухе, это тоже чувак на воздухе, инструментов я здесь не вижу, поэтому хрен его знает, как это все должно выглядеть. Вот и все. На этом мы и закончим. Ссылка на плейлист остальные давай глянем в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, комментируйте, ставьте лайки. И всем до встречи в следующей серии, ребятушки, всем пока. Есть патроны-то еще? Бух! Плохо. А мне понравилось. Все, всем пока. Раньше здесь был мат.